Всем привет! Сейчас мы с Машей покажем, что мы купили в Мерлене. Сейчас с Сережей ездили. Я вот снимала видео на 2276 рублей. В общем, купили такие обычные покупки, ничего особенного. Вообще поехали, просто у нас сломалась для душа вот лейка. И мы вот ехали за этим. Так, кошка у нас тут. Во-первых, купили мы грунт универсальный. Это мне нужно будет, как вот тут видно, проращивать. Или там всякие. Я купила контейнеры, потом покажу. В общем, грунт универсальный, 25 литров. Но я его не стала уже нести сюда. Стоит 100 рублей. Дальше мы купили вермикулит 2 литра. Это вот класть вниз. Я буду сажать всякие салатики, петрушку, укроп, да, класть вниз. Вот такую вот крошку, чтобы вода не гнила, сокращает, вот написано, количество поливов. Можешь подсвет, можешь сделать мне туда. Сокращает количество поливов, улучшает структуру почв. Вот, в общем, снижает кислотность. И вот такие 2 литра стоят, значит, что у нас? 38 рублей. Так, дальше. Штора для ванной. Поменяем. Ты можешь подсвет ставь, да. С дельфинчиками, как я поняла, какая-то. Размер 170 на 180. И кольца тут сразу 8 штук. Поверни с другой стороны, может, видно. Ну, дельфинчики. Потом мы раскроем. Хотя давай раскрой сейчас, оно будем вешать. Я сейчас в ванной. Значит, такая же стоит 195 рублей. Недорого. Кися хватит хулиганить. Так, можешь ее раскрыть? Кольца собери. Они нам понадобятся. Так, и раскрой сейчас, посмотрим. Я сама не видела. О, прямо с рыбками, как у нас ванна. У нас в ванне тоже рыбки, смотри. А я думала, только с дельфинами. Так, раскрывай, раскрывай. Так, ну вот я сейчас покажу. Отлично ты сейчас показываешь. Ну, это нам в ванну очень подходит. У нас же там рыбки как раз. Супер. Угу. Ну, клади ее сюда, папе потом дадим, а он повесит. Уже не складывай. Новая шторка. 195 рублей. Недорого. Совсем. Дальше патроны. Это папа взял. 32 рубля. Какой-то из этих патронов, да. И какой-то патрон с кольцом 44 рубля. Так. Пакет платный. 370. Что дальше? Банка для специй. 98 рублей. Да. Вот. Может, что подальше что-то отсвечивает. Специи написано. Соль, перец. Почему взяли такую? Покажи, Маша, как наверху. Удобно. Вот кажется, что маленькие. А теперь поворачивай крышечку. Если вдруг соль большая или какая-то другая специя, то можно сделать большие дырочки. Вот, а можно вообще закрыть? Вот, закрой вообще. Да, и куда-то вести. В общем, это очень удобно, что от маленьких до больших дырочек. И всего 98 рублей. Отлично. Дальше у нас идет сушилка для посуды. Бежевая, большая. Покажи, Маш, поддончик какой там. Ну и вообще, как она выглядит. Нет, вот эту сейчас штуку. Так, здесь тарелки, ложки, вилки класть. Какая-то еще вот такая. Ну, вот такая еще. Вот, и в поддончик вкладывается, да. На ножках, что мне нравится, поэтому не будет воды столько скапливаться, сколько в нашей, и мыть будет легче. И тоже она стоит не так уж и дорого. Значит, получается 295 рублей. Вот. Ее размер 34 на 51 сантиметр. Большая она. Слоновая кость. Так, теперь покажу проращиватель. Сейчас, в общем, что я хочу сделать. Зачем я взяла зелень? Все. Хочу посадить зелень, травку, чтобы росла на окне. Проращиватель я взяла для лука. Я покупала в прошлый раз лук. Господи, как он называется? Севок. Проращиватель универсальный. 4 в одном. Вскрою его, пока я скажу, сколько он стоит. Посмотрим.
Значит, стоит он 382 рубля. Сейчас я посмотрю, как он выглядит. Ну, думаю, потому что я там не видела, как он выглядит, но я представляю. Проращиватель, тут инструкция. И что здесь? Сеточки. Это если семена мелкие. Вот сюда ты что-то кладешь, туда наливаешь воду. Это тоже вынимается. Да, наливаешь воду. Потом кладешь сюда. Если семена мелкие, кладешь еще вот эту штучку и закрываешь, чтобы был парниковый эффект. Вот. Ну, хорошая штука. Откладываю его в бок, чтобы кошка не свалила. Душ-лейка. Один вообще дешевый взяли. Сережа взял, что вот так, если вдруг сломается, за 82 рубля. Вот. Ну, обычно такая леечка. Все. А вот это чуть-чуть подороже, но тоже хотели взять вначале подороже, но средних не было, а за 2000 как-то не захотелось брать. Поэтому вторая лейка 133 рубля, и у нее тут регулируется три режима подачи воды. Массажная лейка. Значит, 133 рубля и 81 это лейки. Шланг для душа, который у нас и сломался, для чего мы ехали. Это 388 рублей. Машинструкцию убери, пожалуйста. 388 рублей. Переверни его, пожалуйста. Вот такой вот. 1,5 метра на 2 метра растягивается. От 1,5 до 2 метров. Ну и дальше у нас пошли семена. Петрушка. Всякие семена. Покажи, можешь разложить их так. Вот что здесь? Салат листовой. Огурцы, но это на дачу огурцы и кабачки я взяла. Может, буду сажать. А вот это мята. Что еще тут? Читай. Петрушка. Где написано? А, укроп. Это крес-салат. Травы. Кухонные. Мелисса. Салат. Еще один салат. Ну, кабачок. Это на лето, да, кабачки. Цены такие, значит, укроп 12, мята 18, крест-салат 12, салат 8,90, кабачок 8,90, огурец 37 рублей, это самое дорогое было, да, кабачок 8,90, салат витаминный 8,90, кухонные травы 18, лекарственный холодок это мята 14 и листовой салат 14. Все, в общем-то, все вот эти. А, да, и вот эти. Сейчас надо их найти. И еще покажи пока вот сюда под цвет. Вот мини-сад. 3 горшка и поддон 33 сантиметра. Так, где он у меня в чеке? Сейчас буду смотреть. Что-то я его не нашла, да. Их 3. Мы купили штрих, да? Да, 3. 3. Проращиватель я вижу. А, вот. 3 штуки, они были в начале, я что-то пропустила. По 105 рублей. Вот такие небольшие. Были длинные, то есть один внизу. Чем отличается длинный от недлинных? Что они, горшочки здесь отдельно, а вот этот поддон, он целиковый. И в длинных этот поддон шел сразу на 9. Но я подумала, лучше брать по отдельности. Почему? Потому что вдруг места не будет на одном подоконнике. Так можно на несколько поставить. И вот таких вот, получается, у меня 9 будет контейнеров. И вот для них я как раз и купила зелень. Хорошо, да, в общем, в итоге вот это все нам и вышло на 2276 рублей. Так что вот такие покупки. Все, так, кошка занялась пакетом. Надо забрать у нее самое главное, эту штору, чтобы она не стала ее рвать. Всем пока. Все, мы с Машей все показали вам, что купили. Больше ничего интересного. Вот это выкидывать? У нас нет. Ну, конечно, мы повесим. Зачем нам? И вот такой интересный. Сейчас папе пойдем покажем. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал Евгения Влог «Жизнь московской семьи». Будем еще снимать много что интересного. И, кстати, когда я буду сажать зелень, я обязательно тоже это сниму. Всем пока!